Развелось у нас социалистов просто пруд пруди. Как будто у нас конец 19 века, а не начало 21-го. Как будто опыта социализма вообще нет. Как будто теория социализма никому не ясна, а достаточно всего нескольких глупостей, чтобы объявлять себя социалистом, чтобы призывать к социалистическому строительству, чтобы народ сошел с ума в очередной раз, требуя социализма. То есть запредельного эгоизма и запредельной несправедливости. Это то, что было в 20 веке, то, что мы знаем хорошо. Мы знаем социалистов Европы, мы знаем социалистов доморощенных здешних. Но ничего, кроме горя людям, эти так называемые социалисты не принесли. То есть социализм – это идеология, которая охмуряет людей для того, чтобы забраться во власть, для того, чтобы этих же людей согнуть в бараний рог. Что такое социализм? Ну, два вида социализма. Нынешний большевистский в России, большевизм 20 века, это социализм высшей марки, можно сказать. Додуманный до конца, реализованный на практике и угробивший Россию. Угробивший ее, причем дважды. Один раз как русское национальное государство Российской империи, и второй раз просто как государство. Именно социализм уничтожил государство. Я уже рассказывал о том, что все, без исключения, советы в 93-м году капитулировали. Они все были избраны на относительно честных выборах. Ну, не в пример нынешним. То есть там реально была избирательная кампания, не совсем равная, в некоторых местах совсем не равная. Но в целом советы были выбраны вот этими людьми, социалистами. Ну, социалистами как бы по своему недоумению, недомыслию. Но все, кого они выбрали в качестве лидеров, вождей, они все предали. Они не сражались до конца за свою советскую власть. А вот я, не будучи советским человеком, ну, в том смысле, что идеологически я совершенно другой человек, я сражался до конца. Коль скоро имел мандат, я сражался до конца. Меня выбрали, значит, я бьюсь на том посту, куда меня поставили. А вот эта советская власть капитулировала целиком, по всей стране. Все местные советы, все края, области, республики, все капитулировали, кроме одного московского городского совета, в котором я был. И что нам этот социализм? Если его додумывать до конца, это марксизм. Марксизм – это разрушение государства, разрушение семьи, ликвидация морали. Это мировая революция, то есть война всех против всех. Вот что такое социализм на деле в плане государственного политического строительства. А то, что там рассказывают, что вам всем там поровну, уравнительное распределение от каждого по способности, каждому по труду, это все вранье, это никогда не было реализовано на практике. Потому что труд бывает простой, бывает сложный. Бывает труд ученого, бывает труд землекопа. И советская власть всегда, вот та социалистическая советская власть всегда ценила наравне, одинаково. Ну, землекоп, смотрите, как вспотел, смотрите, как ему тяжело. То есть труд считался по энергозатратам чисто физической силы, а интеллектуальный труд вообще не ценился. Даже обучение в институте считалось, что это не трудовая деятельность, ее не включали в трудовой стаж. Ну, типа, ты же там сидел на стуле, лекции слушал, балбесничал. Ну, не надо было организовывать таким образом образовательный процесс. Надо было организовать так образовательный процесс, чтобы никто не балбесничал. Ну зачем лишние недоделанные инженеры? Ну, собственно, и сейчас дальнейшая деградация образования привела к тому, что специалистов высшей школы не готовят вообще. Ну и начальная школа тоже. Про советскую там легенды всякие ходили, лучшая в мире и так далее. Это полная чепуха. Это полная чепуха, я все это знаю. И глазами хорошего ученика школы я точно знаю, что да какое там обучение, да какое там всеобщее образование, чепуха полная. Какие там хорошие учителя иногда бывали. Ну, не в этом дело. Мы же сейчас про социализм, не про систему образования. Поэтому социализм не дал ничего. Научно-технический прогресс шел поперек социализма. Социализм мешался ему. Вот эта всеобщая уравниловка
и пускание пыли в глаза, хмурение народа о том, что якобы все для него, привело к тому, что действительно наука тормозилась очень сильно, и внедрение в особенности тормозилось, и инженерные кадры не соответствовали уровню научно-технического прогресса. Поэтому и остался Советский Союз на обочине, и потом разрушен был теми же, кто его и создавал, теми же социалистами. Ну, разве это не та же КПСС, та же коммунистическая партия? Где КПСС, 18 миллионов человек в ней было на излете СССР? И где все они, где их партизанские отряды, где какие-то группы подпольной борьбы? Ничего вообще не было. Просто сдали целиком, потому что государственного мышления социализм не предполагает. Он предполагает только крайний эгоизм. Мне дали, тогда хорошо. Дали вам косточку, бросили, сейчас вы все обогатитесь. Вам сейчас общественные фонды потребления всем вольют зарплату. Ну, так обещал, говорил Попов. Вот этот выродок этой системы, потомственный социалист, коммунист. И вот, да, вот вам дали эту косточку, вы ее погрызли, и все, хватит. А теперь вы просто рабы. И вам снова начинают объяснять, что надо бороться за социализм, и снова... Это антигосударственная и антиисторическая теория, якобы, так, в кавычках, теория, на самом деле ограниченная, ну, самыми примитивными лозунгами. Там нет ничего. То есть для интеллектуала социализм – это ноль. И, как ни странно, это очень удобно, поскольку деградация произошла и в области предпринимательства. Вот эти все скоробогачи и давние богачи, скажем, США, они все тоже начинают бредить этим социализмом, которого нет никогда и в мире не может быть, этой примитивной уравниловки. А начинают говорить: да не, мы не так, как большевики, мы немножко по-другому, мы дадим тут больше свобод, ничего не получится. Большевики тоже пытались НЭП ввести, а не выходило, вот кроме без террора никак. И поэтому социализм – это скрытая форма терроризма, он будет. Социализм приходит к власти – будет террор. И эти идиоты, денежные мешки, которые стали финансировать, и в России стали финансировать социалистические проекты, информационные проекты, и политические, и в Америке вот сейчас тоже это скатывание к социализму происходит. Я уже не говорю про Европу, которая наполнена социалистическими партиями. Все это чревато гибелью государств и гибелью самой цивилизации, потому что второго социалистического эксперимента человечество не переживет, ну, по крайней мере, европейское человечество. Потом на место освободившееся придут другие народы, они уже готовы разграбить достижения прежней цивилизации, присвоить себе, выковырить алмазы из древних корон и переплавить все это дело в какие-нибудь побрякушки. Они готовы к этому. Вот. Главное, чтобы мы, русские люди, противостояли этой бесовщине социализма, любого социализма. Само слово «социализм», не надо его переводить с русского на русский. Оно закреплено, все смыслы его закреплены в историческом опыте. Мы знаем, что такое социализм не только по теориям, но и по теориям тоже. Те, кто хочет, тот узнает, откроет Маркса, манифест Маркса, Энгельса, почитает. Это все, это рафинированная форма социализма. Смягченные формы, да, есть, но они не менее вредны, чем вот такие радикальные, откровенные формы. В топку любой социализм. Любой социализм. Все левачество, все эти домыслы о том, что можно добиться равенства между людьми. Люди не равны, и это надо признать, и справедливо, что равное для равных, а не равное для неравных. Мы не равны, значит, нам и неравный долг у нас, и неравный долг перед нами. Вот это и есть настоящее. Просто справедливость, без всякой социальности, без всякой социальной справедливости, которая тоже является чудовищной выдумкой. Должен я как-то распространять свою книгу, она, ну, уже заканчивается, но я бы хотел, чтобы она быстрее закончилась и дошла бы до читателя. И хочу выпустить следующие книги. Вот книга «Болото 20 века», я приглашаю купить, ну, в сравнении с книжными книгами она стоит недорого, главное, что в книжных магазинах вы ее не найдете. Книга основана на публицистике 20-х годов Альфреда Розенберга, который никаких там глупостей не пропагандировал, никого не призывал убивать, не оскорблял никого по национальному или иному признаку, просто защищал
германскую идентичность. Но все безобразия, которые были тогда в Германии 20 века, сейчас в России 21 века даже в усугубленном виде. И вот параллели между Германией 20 века и Россией 21 века нынешнего, через почти 100 лет, я и провожу. И призываю заметить, что да, немцы выбрали определенный путь избавления от вот этой бесовщины, но снова вляпались в нее по причине того, что выбрали неправильный путь, а нам надо выбрать правильный. Поэтому в 21 веке нам надо вырваться из болота 20 века и знать, откуда мы прорываемся и куда. Это самое главное. Слава Руси, Господи, спаси!